Всем привет! Сегодня у нас две посылки. Одна из них мне очень интересна, вторая не интересна, потому что второй посылки у нас уже был. Но мы распакуем и посмотрим. Вот это вот, по-моему, Banggood или Life in the Box, я точно не помню. Ссылка будет в описании конкретно, где я покупал. Это Powerbank Xiaomi. Первой версии, по-моему, на 10 тысяч. Да, на 10 тысяч миллиампер часов. Он уже был у нас много раз. Смотрим по коробке. Все оригинально. Уголочки немножко сбиты. Вот. Ну, давайте откроем, посмотрим, все ли там внутри целое. Так, инструкция. Провод зарядочки. И вот такой вот банк. Все с ним отлично. Останавливаться на нем не будем, потому что у нас он уже был. Это Banggood, по-моему, или Life in the Box. Ну, точно ссылка будет в описании. То есть. Откладываем. И вторая посылка. Это посылка из GearBest. И она уже мне интересна. Аккуратненько откроем, чтобы... А это у нас... Та-дам! Кепка Xiaomi. Наклейка не такая же, как практически на электронике. И тут что у нас? Ну, наверное, состав 100% там чего-то, 59 сантиметров и так далее. Материал стоп. А, вот на английском есть. То есть все то, что на китайском, я так понимаю, либо японский, либо корейский, и английский снизу. Материал 100% полиэстер. Xiaomi Communications, Ecosystem Company. Траля-ля, Ми-ком. Вот в таком вот пакете. Давайте раскрывать. Ага, пакетик на молнии. Открываем. Та-дам! Серенькая кепочка. Вставлена бумажка, картонка для того, чтобы не сильно мялась. Вот здесь эмблемка Mi, надписи 100% полиэстер, made in China, 59 сантиметров. Вот, и вот такие вот сертификация. Вот, ну и давайте померим. А, вот липучка здесь не так, как у... кепок практически у всех, что они на застежке, и потом она вставляется сюда. Здесь просто липучечка. Вот, можно подобрать, какая... Раньше кнопки были, помню, потом вот эти вот, которые застежка и вставляется сюда. Здесь опять липучка, то есть с липучкой тоже прикольно, мне нравится. Кепка прикольная, все мне нравится в ней, давайте мерить. Кепку я покупал фанату Xiaomi, то есть себе, поэтому вот так вот выглядит. Ну, прикольная кепочка. Хорошо сидит. Застежка, вот она застегнута как была, да, то есть ровненько. И как раз на мою голову диаметр. То есть, ну, я так понимаю, это, скорее всего, среднестатистический размер какой-то средний взяли. 58 сантиметров, наверное. И, или 56, сколько там написано. 59 сантиметров, наверное, какое-то среднее, поэтому они под этот взяли среднее число и начали клепать кепки. Ну, хотя, ну, наверное, все кепки так делаются. Кепка мне подходит, сидит прикольно, буду таскать с удовольствием. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!